Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня будет производиться монтаж капельки 3х6, капля VIP. На данном этапе мы разгрузились. Будем сейчас собирать брус и устанавливать каркас. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня будет производиться монтаж капельки 3х6, капля крепыш. Машину мы разгрузили, сейчас будем собирать брус и ставить каркас. Вторая часть монтажа, каркас мы уже поставили, сейчас будем ставить конек и потом уже накидывать поликарбонат. Также накрутили дополнительный ряд прогонов понизу. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня у нас проводился монтаж теплицы капелька крепыш 3х6. Устанавливалась на брус 100х100. Каркас изготовлен с профильной трубы 40х20. Карбонат использовался на ватро 4-миллиметровый. Этот торец у нас дверь цельная. Второй торец глухой с форточкой для проветривания. По торцу где-то уплотнительная резинка от продувания. Также поликарбонат везде проклеен перфолентой и был защищен профилем. Понизу вкручены брус желтые саморезы для более плотного прилегания поликарбоната к фундаменту. И также был установлен форточный блок ручного проветривания. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски. Третья часть монтажа. Монтаж мы закончили. Поликарбонат везде прокрутили. По низу проклеили перфолентой и отделили профиль. Также были вкручены саморезы такие желтенькие, чтобы понизу не поддувало. И установлен форточный блок с ручным проветриванием.